Телевидение, нынешний Первый канал, где под руководством Кремля и Березовского киллер Давенко мочил Примакова и Лужкова, обеспечивая передачу власти от Ельцина к Путину. Так что телевидение может называться хоть бы и общенародным, но если его генеральный директор, как полагается у нас, руководителю федерального канала, тоже ходит на летучке в Кремль, то какая, собственно, разница? У нас общественным телевидением на деле занимается администрация президента Российской Федерации. То есть ровно те люди, которые все эти годы подчиняли телевидение власти. А теперь они освободят его от себя. Это такие волки-пастухи. Далее. Говорится, что это будет один телеканал, общественное телевидение. А остальные государственные, квазигосударственные каналы, они что, будут оставаться антиобщественными в своем нынешнем состоянии? Они дальше будут вот так рассказывать на полном серьезе, что вот на этой неделе премьер Путин на один день уходил в отпуск. И, видимо, в этом и заключалась только его предвыборная кампания. Из-за какого деда Пахома с печки вот надо держать людей, чтобы полагать, что вот еще какого-то воробья можно провести на этой мякине? Моя голова с переполненной плахи летела сюда.
наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела сюда, где родина. Еду я на родину, пусть кричат у родина. А она нам нравится, спящая красавица. Спасибо, друзья! Берегите родину, мать вашу! Россия будет свободной! Россия!